Надоел этот беспредел уже на самом деле. Почему стало стрёмно выражать свое мнение, говорить открыто, да, то, что ты считаешь правдой? У такої. У Москві кремлівський режим почав виселяти пенсіонерів з їх власних квартир. Тепер вони разом зі своїми сім'ями та дітьми буквально опиняються на вулицях. Жодного альтернативного житла їм не надають. І деякі мешканці залишаються жити просто у під'їздах, а в їх квартири тепер заселяють колишніх зеків та кадирівців. От у нашому під'їзді чоловіка сьогодні вистрілили із квартири 34-й. Вот он спит, лежит в подъезде, пойти некуда. За 70 человек, это ж невыносимо, инвалиды. Вообще, что делается, что куда наше правительство смотрит? Улучшают жизнь. И все никак. Вот я тебе водички еще принесла. Вот у меня хоть руки там с вашим пропитом. Да. Это вода чистая, хорошая. Право на власність на Росії більше не існує. Кожен підпис можна легко підробити. На виселення дають 48 годин, після чого приїжджають пристави і міняють замки. Тепер всі росіяни живуть просто як на вулкані, чекаючи, що з дня на день і їх попросять звільнити квартиру. Люди добрі, що ж це твориться, а? Пенсіонери ми. Да що ж нам робити? Та от воду принесла. Тепер це що це? Бомжами ми будемо, що ли? Уже за 70. А це ось Республіка Саха, суб'єкт Російської Федерації. Там скаржаться на окупацію. Мешканці кажуть, що Москва просто викачує з них всі ресурси, а вони живуть як жебраки. Здається, вже давно настав час провести там референдум. Республіка Саха вже 400 років знаходиться під ігом Москви і продовжує платити натуральний сак. Кожен рік Республіка Саха віддає Москві 40 тонн золота, 17 миллионов тонн нефти, 170 тонн серебра, 15 миллиардов кубических метров газа, 30 миллионов коксующего угля и 45 миллионов каратов алмазов. И эти деньги уходят не на развитие нашей республики. Такие огромные ресурсы нашей республики, все отбывается у нас, но сами сахалары живут обычно очень бедно. Адже ось вона справжня Росія за межами Москвы и Питера. Повна разруха и безлад. Вот такие дороги, ребята, конкретные от на Захарченко, смотрите, на Захарченко, вот такие вот дороги, вот. Танки здесь, танки только проедут здесь, вот, новый микрорайон здесь, все вот на поддонах, ребята, на поддонах конкретно. Это что? Таренбург, Бебеле улица. Что это? Кошмар, ужас. Вот хотелось бы обратить внимание на областные дороги. Была так называемая обещанная программа «Рывок» по дорогам, да, то есть сделаем рывок. Это область. Вот если посмотреть туда немножечко, да, там вот где-то в 3 километрах у нас город Тутаев находится. Это направление на село Рождественное. Вот. Здесь же ездят мусоровозы на полигон. Вот, здесь же ездят автобусы школьные за детьми. Соответственно, как бы такси здесь уже не ездят. А если ездят, то за двойную или за тройную плату. Так как не каждая машина захочет проехаться, то есть не каждый водитель захочет проехаться вот по такой дороге. Вот. Соответственно, у меня губернатору один большой вопрос. Кто контролирует дороги, кто отвечает за контроль состояния дорог? Вот. Соответственно, второй вопрос. Можно ли ездить на школьном автобусе, да, на муниципальном имуществе по таким дорогам? Да? То есть не жалко ли нам транспорт этот, собственно говоря? И также у меня еще один вопрос. Вот сейчас недавно тут статья вышла о том, что за необработанные земли будут повышать налог, налогообложение. А как вы искать-то их будете? Вы сами-то до сюда доедете? Я так понимаю, что контролирующие органы, они как будут это выискивать, те участки, которые заброшены? Если здесь, в принципе, очень сложно проехать, здесь машины нормальные едут, скрипят и разваливаются. Собственно говоря, я так понимаю, что, наверное, все-таки нужно заделать эти отверстия, ямы, и либо сделать нормальное полотно дорожное. Это поворот на Рождественное со стороны Тутаева в сторону полигона твердых бытовых отходов.
До речі, ось і мешканка окупованого Луганська розповіла, як 10 років тому російська армія нахабно окупувала місто. І за цей час кремлівський режим перетворив колись квітуче місто на руїни. Те, як нині виглядає, як ви бачили, більшість російських міст. По городу почали їздити танки, перестрілки. Как-то раз мы проснулись в 4 часа утра от того, что просто стреляют на погранзаставе недалеко от нашего дома. В 4 утра просто перестрелка в мирном городе, в мирной стране. У моего отца заехали шарики за ролики. Он решил почему-то, что он реально поддерживает эту классную, клевую идею присоединиться к Российской Федерации. Поэтому он пошел в ополчение и... Он воевал за эту идею. А так как у меня там был отец, я знаю, что с ним в подразделении были россияне. Россияне, которые приехали из Москвы, Нижнего Тагила и так далее, в мирный город Луганск, в котором не было войны, в котором люди жили прекрасно. Люди, у которых только-только сделали новую дорогу от аэропорта, у которых была вкусная еда, хороший сервис, работы, зарплаты. Город развивался. Пришли россияне освобождать нас. Пришли нас забрать к себе в Россию матушку. И вот с тех пор мой город, он не просто остановился в развитии, он откатился до каких-то времен неандертальцев. Город разваленный, грязный. Весь обстрелянный. До речі, ось і мешканці Іркутська скаржаться, що влада на них просто забила. Ми, жильці Баумана 208, просимо вас прийняти якісь міри. Фонд капітального ремонту почав производити роботу, бросив її на полпути. Ніяких не відбувається дій. Ігор Іванович Кобзів, просимо вас, пожалуйста, вот жильцами всего. Примите, пожалуйста, примите меры, посодействуйте да, народу. Посодействуйте, да, что-то, чтобы мы решили эту проблему. Уже упущено 5 месяцев. Работы должны были начаться 30 апреля, закончиться 31 июля. К работам до сих пор никто не приступил. Мы живем в холодильнике. Стены у людей уже трещат. Неизвестно, будет обрушение, не будет обрушения. Вывалится наружу или вывалится вовнутрь квартиры. У нас там находятся дети, пожилые люди. Самое страшное, я переживаю непосредственно то, что я живу на первом этаже. Если пойдет обрушение стены, очень печально. Принимайте меры. Фонд капитального ремонта бросил просто свои работы. Поменяли уже даже подрядчика. И никто не хочет ничего делать. И, здається, идея Путина щодо ядерного оружия не дуже сподобалась росіянам. Ті почали активно записывати відео і протестувати. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что он готов нанести ядерный удар. Я считаю, что мы обязаны заявить свое несогласие, так как мы, народ, единственный источник власти в нашей стране. На каком основании этот человек готов уничтожить нас вместе с врагом? Потому что при применении ядерного оружия будет уничтожено 60 городов, а также около 5 миллиардов человек. Я задаюсь вопросом, а психически ли здоров наш руководитель? Сейчас наша задача подписать петицию и высказаться против применения ядерного оружия. Записывайте видео, распространяйте петицию. Давайте не позволим этим людям уничтожить нас с вами. Я против ядерного оружия, я против ядерной войны. Я против всяких ядерных ударов. Я за то, чтобы прекратить все это мирным путем и жить в мирном обществе. Считаю, что это самый лучший выход. Нам, народу России, не нужны никакие ядерные удары, ни с каких сторон. Я против использования ядерного оружия. Какие беды, страдания может принести ядерный взрыв любой мощности, знаю не понаслышке. Несколько лет я работала в НИИ. Наша лаборатория непосредственно занималась проблемами ядерного загрязнения после взрывов и проблемами защиты. Работы проводились не только в стенах института, но самое главное – в полевых условиях. Моя непосредственная задача состояла в расчетах потери населения всех возрастов в ближайшее время после взрыва и в отдаленные периоды. Поверьте, в результате ядерной катастрофы ужасно. Болезни людей мучительны. Воздействие, производимое ядерным взрывом, будет сказываться не на одно поколение, у родствами рожденных детей. Поэтому нет использованию ядерного оружия.
Сегодня, 26 сентября, Международный день борьбы за ликвидацию ядерного оружия. И я, как от имени всех матерей планеты, хочу выразить свою волю. Я говорю нет ядерной угрозе всем чиновникам, политикам, всем войскам. Мы против использования ядерного оружия. Я представитель народа, единственного источника власти по Конституции, запрещаю политикам применять ядерное оружие. Я хочу жить в свободной стране без насилия и войн. Я хочу жить в мирное время. Считаю, что все люди, живущие на Земле, должны объединиться мыслью о запрете развязывания ядерной войны ради спасения планеты Земля и будущего всего человечества, будущего наших детей. Я против ядерной войны с применением ядерного оружия. В ядерной войне не будет победителя. Я говорю нет ядерному оружию. Я говорю нет применению ядерного оружия как в нашей стране, так и на планете Земля. Давайте вспомним 6 августа, 9 августа, когда произошла страшная трагедия. Произошла бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Тогда эта трагедия унесла большое количество людей. И по каким-то примерным оценкам, в первые секунды погибло 70-80 тысяч человек. Вы представляете, какая это цифра? И уже к концу 1945 года эта цифра увеличилась вдвое, потому что то облучение, которое пошло из-за ядерных бомбардировок, оно дало разные заболевания. Это и онкологические заболевания, и лучевые болезни. И уже через 10 лет цифра была более 200 тысяч человек только в Хиросиме. А вместе с Нагасаки эта цифра была примерно 450 тысяч человек. Вы представляете, насколько это страшно? Давайте открыто выражать свою волю. Давайте выступать против применения ядерного оружия. Я говорю нет ядерной войне в нашей стране. Друзі, на цьому все. Обов'язково напишіть ваш коментар. Для мене це дуже важливо. І до наступного випуску.